Отлично звучит, правда? Скажите, когда вы слушаете любимую песню, хочется ли вам подпевать? Я, например, не просто хочу подпевать, а вообще вижу себя на месте исполнителя. И знаете, что я думаю? На самом деле это все не так сложно, как кажется. Нужно просто немножко подучиться, а главное захотеть это сделать. И тогда все получится. Вот я сейчас хочу спеть как Светлана Лобода. А значит, не буду терять времени и реализую свое желание. А поможет мне в этом Анечка, такая хорошая девочка. Она выиграла у нас в Луганске Only Voice, а значит, хорошо поет и меня научит как раз-таки. Здравствуйте. Вот, ну, место, конечно, это не очень подходит, а атмосфера не та. Вот, теперь в самый раз. Конечно, мы в процессе телепортации поменялись местами, но так... Боже, как ты это делаешь? Мне кажется, ты сама ответила на свой же вопрос. Боже, как ты это делаешь? Я хочу спеть как Лобода. С чего мне начать? Что мне нужно делать? Ну, смотри, хочу сказать сразу, что голос — это такой же инструмент, как, допустим, пианино, гитара, скрипка. А любой инструмент, прежде чем сесть за него играть, нужно настраивать. Ага. Вот. А голос нужно распевать, поэтому мы сейчас сделаем распевочку. Я настрою сейчас. Ми ме мамо му, ми ме мамо му. Боже, как это попробуй классно. Спеть. Так. Ми ме ма. Ой-ё. Сейчас. Давай, смотри, постепенно вверх и немножечко вниз. Ми ме ма. Спела правильно. Му му. Что-то на му му такой себе. Это я му му. Знаешь, Анечка, я заметила, что тебе не хватает дыхания. Ну, я тоже заметила, знаешь, уже сознание теряю. Да, на самом деле дыхание – это основа вокального мастерства. В какой бы манере... Как и в сцен речи. В какой бы манере ты ни исполняла, ни пела, дыхание – это главное. Вот, сейчас я научу тебя правильно дышать. Смотри, становишься так, чтобы тебе было удобно. Так, хорошо. Ноги немножечко, да, но это просто пока вот мы учимся. Ноги немножечко на ширине плеч. Смотри, когда берешь дыхание... У тебя обязательно должны расширяться ребра и ни в коем случае не должны подниматься плечи. То есть ты свободно дышишь вот в эту вот зону. Вот. Нормально? Да. А теперь попробуем сделаем такое небольшое упражнение. Как бы попробуем максимально экономно выдувать сейчас воздух. При этом ощущай, как у тебя вот здесь вот все сужается. Так, смотри, да. Взяла дыхание. Есть. И делаем вот так. Сейчас, сейчас. Ну что, Анечка, давай я тебя послушаю, наверное, как это будет звучать. Запомни, перед каждой фразой обязательно бери дыхание. А я не душу, слушай. Мне кажется, я вот, видишь, все на одном дыхании. Перед меня так бешено кроет, возьми дыхание. Перед ночь возьми дыхание, думаешь? Перед меня так бешено кроет, да. Дыхание. Ага, вдох. И что-то там по словам я забыла, ну ладно. Ну ничего, Анечка, я верю, что у тебя получится, если ты будешь заниматься, если ты захочешь, при желании. С такими тренерами, все. С такими тренерами, я думаю, конечно же, научусь всему. Ты умничка. У тебя все получится, ты молодец. Спасибо огромное, что выдержала такого сложного вокалиста. Ты молодец. Спасибо. Белое полусухое меня так бешено кроет тобою опять. Прочь, нам вместе не будет покоя. Я знаю, дальше не стоит это все продолжать. Но я на краю, нервы сдают.
Я так боюсь, что разобьюсь. За мною зима, ты птицей на юг. А я остаюсь. Лети, лети вдоль над уровнем неба. Где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалей нисколько. Это в памяти только я прошу, не сбейся с пути. Останется сердце на память, а я уже привыкаю, как жить без тебя. Нет, я правда тебя отпускаю, отчаянно понимаю, так дальше нельзя. Но я на краю, нервы сдаю, и я так боюсь, что разобьюсь. В общем, я старалась, работала над собой, чтобы приблизить свой вокал к вокалу Лободы. Надеюсь, у меня это вышло. Оцените, поставьте там лайк и все такое. Помогала мне в этом Анечка Лебединская. Спасибо ей огромное. Конечно, она уже ушла, потому что выдержать меня — это, наверное, очень трудное занятие. И запомните такую фразу: если дверь заперта, это еще не значит, что на замок. Попробуйте просто потянуть за ручку. А если все-таки закрыто, то ищите ключ. Не нашли — ломайте, достигайте.